Приднестровье готово предоставить дополнительные места для обучения выпускникам гагаузских школ. Такую возможность сегодня обсудили в правительстве вместе с представителями руководства Гагаузии. У гагаузских выпускников сложилась проблема. Им трудно сдавать экзамен по государственному румынскому языку. Из-за этого они не могут, а многие не хотят, поступать в молдавские техникумы и вузы. Гагаузские власти обратились к председателю правительства Приднестровья с просьбой предоставить дополнительные места для обучения. Мы изучили предварительную возможность и можем сказать, что медицинский колледж города Бендеры имеет возможность открыть дополнительную контрактную группу на 30 человек и принять на обучение тех ребят, которые на сегодня не обучаются нигде, а ждут решения своей судьбы. Выпускники гагаузских школ уже не первый год выбирают среднепрофессиональные и высшие учебные заведения Приднестровья. По словам представителей Гагауз-ЕРИ, такой интерес вызван высоким качеством здешнего образования. Часть наших выпускников поступает в учебные заведения Приднестровья, какая-то часть на бюджетной основе, какая-то часть на контрактной основе. Есть соглашение между руководством Приднестровья и исполнительным комитетом Гагаузии о сотрудничестве, в том числе и в сфере образования. На встрече также было принято решение подготовить совместное соглашение о сотрудничестве в области образования и развивать взаимодействие в социальной сфере между Приднестровьем и Гагаузией.